Свою первую книгу Наталья Толстая начала писать после измены мужа. Тогда ей самой понадобилась помощь психолога. Считает, что пользоваться профессиональной помощью в делах сердечных не зазорно. Ведь любую проблему лучше всего решит именно профессионал. Свои книги ни в коем случае не считают учебниками по психологии. Это скорее книжки-подружки, в которых читательницы смогут найти поддержку и советы. Ложись, вот так вот полотенчик положи себе. Мила, у меня так болит голова, принеси мне, пожалуйста, водички. И вот потому, как он принес водички, можно вообще понять, как будто дела обстоят. Какой-то пошел пятками стучить, там, бубухой, что-то бубонит, но несет. Другой там отпил по дороге половину твоей воды. Третий пришел с таблетушечками, ты моя знаешь, что ты моя лапочка, да? Третий сказал, мне ответственно, мать, не сдохнешь. Наталья Толстая также отметила, что Нижний Новгород – единственный город, в котором ей не стали жаловаться на мужчин, а значит, нижегородские женщины добьются успеха в отношениях. Критерии успешности сегодня заметно отличаются от того, что было, к примеру, 5 лет назад. Мужчины адаптировались и перестали бояться сильных женщин. Веселая сейчас в тренде. Легкая, без заморочек, без рефлексий, не вспоминающая прошлое.